Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Гороскоп знака Близнецы на март 2021 года пророчит невероятный подъем энергетического потенциала, которого хватит и на карьеру, и на увлечения, и на личную жизнь. Благоприятными днями будут 5, 8, 12, 21 и 24 марта. А с гороскопом для знака Близнецы на каждый день вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Советы астрологов. Близнецам в марте 2021 года стоит быть смелее. Пришло время поделиться своими талантами с общественностью. Это позволит укрепить авторитет и поможет достичь новых побед в творческой деятельности. Начало весны подарит некоторым подопечным этого знака возможность совместить личную жизнь и работу. Не исключено, что новый избранник может положительно повлиять на ваш карьерный рост. Март 2021 года для близнецов – это время профессионального и эмоционального подъема. Благодаря такому потоку энергии, новых идей и неординарных решений можно достичь очень хороших результатов в трудовой деятельности. Общительным и смекалистым близнецам в этом месяце не помешает немного риска. Не исключено, что именно благодаря склонности к авантюризму вам удастся реализовать самые гениальные и необычные идеи с помощью нестандартных и креативных методов работы. Но для близнецов важно не потерять связь с реальностью. Головокружительный успех может резко оборваться, если вы забудете об осторожности и осмотрительности. Не хватайтесь за несколько дел сразу. Занимайтесь реализацией проектов поочередно, чтобы в случае возможных проблем не растеряться, а суметь быстро с ними справиться и продолжить путь к цели. Работа и карьера. Огромный запас жизненных сил и энергии подтолкнет близнецов к активной трудовой деятельности. Такое рвение, инициативность и старательность похвальны, но отдавать себя целиком и полностью только работе все же не стоит. Не забывайте оставлять время для отдыха и на личную жизнь. Трудовой гороскоп для знака Близнецы на март 2021 года предрекает грандиозный успех творческим представителям этого знака зодиака. Не бойтесь продемонстрировать свои способности и таланты окружающим. В этом месяце вас оценят по достоинству, что позволит выйти на новый уровень творческой деятельности. Начало весны – это подходящее время для того, чтобы заняться самообразованием и пополнением багажа знаний. Не бойтесь расширить свой кругозор. Уделите внимание изучению иностранных языков или узнайте тонкости маркетинга. Не отказывайтесь от возможных командировок и заграничных поездок. Все они пойдут вам на пользу. Приготовьтесь к возможным проблемам в профессиональной деятельности, которые могут возникнуть после 15 марта. Используйте все возможные способы и знания для того, чтобы как можно быстрее с ними справиться и не дать земле уйти из-под ног. Финансы. Первый месяц весны может принести финансовую стабильность в жизнь близнецов. Не упустите возможность достичь желанной материальной независимости и роста прибыли за счет дополнительных источников дохода или увеличения размеров заработной платы. Денежный гороскоп для знака Близнецы на март 2021 года предрекает новые возможности для укрепления финансового положения. Однако удача лишь дает шансы на успех, но как вы ими воспользуетесь, зависит только от вас. Не упустите возможность достичь высокого уровня доходов в сфере рекламы или творческой деятельности. Не пренебрегайте участием влиятельных людей в вашей жизни. Не отказывайтесь от материальной поддержки деловых партнеров. Не поддавайтесь панике, если в конце марта 2021 года вы столкнетесь с финансовыми трудностями. Быстрое решение рабочих вопросов вернет денежную стабильность, так что экономить в этом месяце не обязательно. Если, конечно, вы готовы работать в поте лица. Семья, любовь и отношения. Немало радостных событий и приятных перемен ожидается в личной жизни подопечных знака Близнецы. Больше всего повезет тем, кто пока одинок. Не исключено, что именно первый весенний месяц подарит вам настоящую любовь. Любовный гороскоп для знака Близнецы на март 2021 года семейным представителям этого знака зодиака пророчит гармонию и взаимопонимание в отношениях. Безусловно, для того, чтобы достичь этой идиллии, придется чуточку постараться. Начните уделять больше времени, заботы и внимания второй половинке и детям.
В этом месяце не исключены служебные романы с важными и влиятельными людьми. Бояться этого не стоит. Главное, чтобы чувства были взаимными и искренними. Здоровье. Высокий энергетический потенциал может быстро иссякнуть, если вы забудете о таких понятиях, как сон и отдых. Гороскоп для знака Близнецы на март 2021 года предрекает вероятность сильного переутомления ближе к середине месяца. Постарайтесь правильно разграничить время работы и отдыха. Чаще бывайте на свежем воздухе. Правильно питайтесь и не забывайте о регулярных физических тренировках. Близнецам, мечтающим похудеть, стоит всерьез заняться этим вопросом. Не ленитесь регулярно заниматься в тренажерном зале. Сядьте на щадящую диету и просто побольше двигайтесь, чтобы наконец приблизиться к желанным цифрам на весах. Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!